Для начала покажу, как выглядит среднестатистическая вечерняя прогулка с Тобиком. Обычно это перебежки с одного интересного ему места до другого. Ну, полчаса он выдерживает легко такого темпа. Ну, если погулять час, то ему уже тяжело. Он, конечно, приходит домой заведенный. Конечно, мы после улицы сразу моем лапки, кормим его. Что, друг? Немножечко потискаем, поиграем, успокоимся. А потом ложимся спать. А теперь давайте без комментариев посмотрим, как он после такой прогулки активной укладывается спать. Тоби, давай спать. Давай спать, маленький. Спать, не хочет мама. Норку себе вырыл. И спать. И спать. Умница моя. Умница моя, хороший пес. И спать. Спокойной ночи тебе, Тоби, и приятных сновидений. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.